А скоростной поезд «Интерсити» врезался в машину, оставленную на железнодорожном переезде. Это случилось в поселке Барышевка в 70 километрах от Киева. Поезд направлялся в столицу из Константиновки. Удар был такой силы, что иномарку протянуло на 200 метров вперед. К счастью, внутри никого не было. Авто просто оставили на переезде. Хозяина нашли дома в нетрезвом состоянии. В результате столкновения машина оказалась под составом, повреждена и кабина поезда. Спустя почти 2 часа движения на этом участке железной дороги восстановили. В Укрзалезнице подсчитывают убытки, а полиция выясняет обстоятельства произошедшего.